Подарок инвалидам. Телевизоры психоневрологического медико-социального учреждения отныне показывают на 100 каналов больше. В преддверии Дня инвалидов компания «Каст Телерадио» сделала полезный презент медико-социальной организации – спутниковую антенну. Анель Шалкарбек с подробностями. Раньше проживающие в психоневрологическом медико-социальном учреждении смотрели лишь 14 каналов. Теперь, благодаря спутнику, их телевизор вещает 103 канала, в том числе казахстанские, рейтинговые и зарубежные каналы. Такой подарок учреждению сделала корпорация «Каст Телерадио». К нам обратился областной маслихат с предложением провести благотворительную акцию «Дом-интернат». А вот «Каст Телерадио», наша организация, приняла данное предложение положительно. Мы установили спутниковое телевидение от АОТВ в данном доме. Оборудование было предоставлено нашим дилерам авторизованным, Альянс Маркет. Теперь здесь могут смотреть 103 канала сырого качества. Психоневрологическое учреждение было построено в 41 году. Сейчас проживает около 300 человек, инвалиды первой и второй группы. Это люди с непростой судьбой, однако здесь для больных создают все условия, организовывают интересный досуг от культурных и спортивных мероприятий. А некоторые даже участвуют в международных соревнованиях среди инвалидов и возвращаются с призовыми местами. Теперь же, благодаря спутниковому телевидению, досуг инвалидов станет еще разнообразнее, говорит директор учреждения, который, в свою очередь, поблагодарил корпорацию за подарок. Интернат ее было бы изгорда. Хочу сказать спасибо тем, кто постарался сделать такой приятный сюрприз. Уверен, что дополнительные каналы обеспечат хорошее настроение. Это большая радость для нас. Представитель корпорации же надеется, что это не последняя благотворительная акция и что многие предприниматели будут проявлять активность в оказании помощи населению, которое нуждается в этом. Анышал Карбек, Тулегин Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.